новые подушки и дом украсят, и настроение поднимут. И не нужно за ними идти в магазин. Сделаем сами. Я думаю, что у каждого в доме найдется вот такая подушка из синтепона, купленная по случаю, потому что недорого. Вот и лежит она в шкафу, ждет своего часа. Я предлагаю шить для нее нарядную наволочку из лоскутков гобелена и украсить ее шторной тесьмой. Подушек будет две. Измеряем длину подушки и кроим прямоугольник шириной равной мерке плюс 2 сантиметра на припуске и длиной 140 сантиметров. Подгибаем и прошиваем бока. С одной стороны сразу украшаем тесьмой. Теперь складываем нашу заготовку лицевой стороной внутрь с учетом размеров подушки. Скалываем. Осталось прошить края. Края обрабатываем на верлоке. Выворачиваем наволочку и добавляем тесьму по сгибу. Помещаем подушку внутрь. Вот и обновка. Нашить таких подушек можно на любой вкус. Раскладываем их на диван или на кресло. И интерьер уже выглядит по-новому. Ольга Никишичева, Александр Курчевский, Первый канал.